Нет. Молодежь поздравляю с вчерашним праздником. Я так понимаю, поэтому народу так мало, все еще отсыпаются после алых парусов. Кто был, я так видел, по телевизору было очень красиво, фонтаны там, всякие салюты, все это было замечательно. Ну, но мы откроем не только окна, но и двери, если нужно, даже ногой. Поэтому группа «Нет» начинает. Поехали! Я жду вновь.
Именно она сейчас и будет. Он интеллигент, захлёб читает стихи.
для слез. Город вечного солнца, город ливней и гроз. Рожден не для жизни, он для похорон. Я его ненавижу. В него безумно влюблен. Спасибо. Ну, питерскую тему продолжим. Спасибо, кстати, сегодня игра сборной России с голландцами. Что, пройдем, нет? Я надеюсь на нашу энергетику через телевизор. А в Монако кто едет? Я. С Манчестером играть-то кто будет? 29 августа. Ну ладно, поехали дальше. Тут, кстати, скоро приезжает неплохая команда, скажем так, легенды, монстры панк-рока под названием Sex Pistols. Ну, так сказать, в преддверии того, что они приедут, буквально там через
денек-другой, мы пройдемся, так сказать, по такой веселой панкушечке. По времени. Сейчас спокойненько. Сейчас тоже старенькая песенка, но правда к панк-року имеет относительность. Самая страшная месть. Грязный вокзал. Что может быть хуже конца? Стоптанный путь никогда не будет моим. Я хочу насладиться собой. Я желаю свинца. Не позволю собой торговать ни своим, ни чужим. Мир забытых иллюзий не трогает больше меня. И я увидел, как страшно все это терять. Может быть, все немного не так, как наша снежа огня. А по вымершим улицам ветер любит гулять. Придумали сами тот мир, в котором живем. Сам шип и бетонно, когда мы не видим зари. И скупим на чувства, сидя за темным стеклом. Наблюдая за тем, как на Невском стоят фонари. Чувства сидят за темным стеклом, наблюдая за тем, как на Невском стоят фонари. Мы
тот мир. Сейчас еще тогда одна песенка, раз нас не горят. Тогда по панк-фроту. По Джонни Роттону и по всем остальным. Спасибо. Спасибо! Еще раз их все с праздниками, со всеми прошедшими, с выпускными, ну, с прекрасным фестивалем. Надеюсь, к вечеру народ подтянется, вам будет тоже веселее, потеплее. Потянутся такие все похмелившиеся, ну, нормально, короче. Удачи вам всем! Целуем, обнимаем! Группа Нэп любит вас! Для Сергея, для группы НЭП, еще раз ваши аплодисменты, ваши симпатии, ваши эмоции. Да можно громче! Россия вперед! Сегодня надо рвать, рвать оранжевых! Я сейчас спросил у Сергея, сколько лет назад была написана песня про «Зенит». Он сказал, 8 лет назад. Он пророк просто. «Зенит чемпион!» «Россия вперед!» «Санкт-Петербург – столица рок-н-ролла!» Окна открой, лучший фестиваль. Ура! Я приглашаю на сцену следующих музыкантов. Они такие веселые. Название у них очень веселое. Опа! Новый год!